Короче так, купил новую крутую веб-камеру, потому что старый надоел, это невозможно уже даже. Звук невозможно, пишется говно одно, а не звук. Называется C120, Logitech C120, по мне это C. А, вот, смотрите, какая написана логи. Но это ли ошибка отлива, или Logitech потом появится. Как включим, там светодиод появится и надпись проявит. Не знаю. Вот, на передней панели огромный вот этот самый, да, объектив, огромный по сравнению с моей камерой. И огромный микрофон, вот много точек, огромный микрофон. А еще идет к нам кошка. Заходи. О, какая пришла. Ну что? А, добрая какая. Какая добрая. Ну что? На обзор веб-камеры пришла, да? Или что я свет включил для обзора, да? Проходи. А ты как оцениваешь? Смотри. Смотри. Пипад тоже одобряет, короче. Короче, тут написано. Попрощайтесь со встроенной камерой. Действительно, если бы она была где-то в ноуте, я бы с ней прощался, потому что невозможно. Это невозможно терпеть. Какое там качество. Далее что-то настраиваемое и adjustable, да? И со стабилизацией, да? Фиксибель, это, по-моему, настраиваемое все-таки, да? Вот логи. Главное, чтобы там надпись появилась потом, да? А то это... Но это брак, если то это тоже хорошо. Мне тоже это нравится. Ну, не толкай коробку, ты что ты творишь? Так, близко не подношу, а то теряется, да? Пушу, вот я снимаю на телефон, тут HD нету. Чё, преимущество, смотрите. Ну, widescreen 320, да, пи. Для скайпов, фейстайма, формак и других для видеосвязи, да, то есть это не для блогинга, но все равно это для видеосвязи, это лучшая камера, да, показывают они. Пипа, к сожалению, нам очень мешает сегодня. На первом кадре, видите, да? Типа вот мыло вот это белое засвеченное, а вот не засвеченная фотка. То есть они одну фотку обработали и рассказывают, что на примере этой фотки, что она лучше. Обработанной в гимпе или в фотошопе одной фотки. Далее, что? Фото легко отправлять. Отправляйте семье и друзьям 3-мегапиксельные фотографии в один клик. Наверное, там кнопка есть, и она в один клик отфигачивает, да? А, изображение на третьей фотке, видите? Вот. Изображение и звук лучшие. А, но настройка по умолчанию написано. Светы, бэкграунды не имеют шума, да, на видео. И автоматическая корректировка яркости. И автоматическое шумоподавление у микрофона. Вот ради этого я брал. То есть, да, автоматическое шумоподавление у микрофона. И чтобы не было всякой хрени, да, пушить невозможно. А на моей камере, кстати, на этой, на 4T за 120 рублей, тоже есть автоматическое шумоподавление на микрофоне. Но микрофон говно и камера говно, все на апскейлах, да? Тут, кстати, сбоку, если смотреть, то видите, не лучшее, да? То есть видите, что-то ограничили. Fixed фокус, да, автофокуса нету. А в C120 есть 20-шаговый автофокус. И фотографии в 15 мегапикселей. А так 525, она тоже чем-то лучше, да? Авторит-корректор тоже. Настройка яркости автоматическая. Тут стандартная, а там везде премиумные. Вот. Ну а с 360 градусная rotation камера тут нету нигде, ни в одной из них, даже C120, не знаю, чем мне пишут это. Ну кошка мешает записывать. Такой битрейт нагоняет, да, тварь? Ладно, короче, понятно. И вот где-то я видел, сбоку написано, что это фейк все, да, где-то написано. Не могу найти. Может, сверху или снизу. Сверху импортера, да?
может здесь? Не знаю. Тут написано, что даже андроиды поддерживаются по этой версии. Но не могу найти где-то софтварный upscaling был написан. Вот. Фото 3 мегапикселя это софтварный upscaling. Да, вот. Интерполяции. Так что это не идеал камеры, особенно для фото, но для звука мне только и надо. Так что good nice. Будем ставить, проверять. Короче, вот, вот она вебка. Смотрите, действительно. Это отстегивающаяся панель просто, на ней написаны логи. Тэч не выбита, не добита, потому что лампочка вот здесь вот они. А вот тут вот не добита просто, да? Ну, бывает. Потому что это вообще внешняя панель, она на другом производстве делается. И снизу она почему-то зачем-то снимается. Она снизу поддевается и снимается. Это непонятно зачем, то есть кто-то захочет панели менять. Но по мне это какая-то глупость просто, да? Я не понимаю несколько такое. Не понимаю вот вообще. Беру и не понимаю прям в наглую, в чем смысл этой панели. Ну а так, сейчас вы увидите видео с этой камеры. И вы офигеете, какое оно качественное, возможно. А возможно нет. Ну посмотрите. Вот сейчас будет сравнение с телефоном. Телефон снимает как-то так. А вот сейчас будет видео с веб-камерой.